Всем доброе утро, ребят. Ночью у нас сегодня обзорчик акций, понедельник. Должны, по идее, акции некоторые поменяться. Плюс пооткрывались батл пассы. Ну, не знаю, я посмотрел, конечно, это печаль. Но все же, хоть что-то, скажем, новое, хоть что-то меняется, но не то, что было раньше. Давайте начнем с батл паса сразу, кто не видел, что у нас поменялось. Да, добавили даму холода, плюс добавили эмблемы вальса. Вальс станет с лезвий. Больше такого нифига интересного. Не знаю, печалька, как по мне. Поехали, посмотрим. О, смотрители у нас открылись сегодня. Что у нас есть? За найм героя, 7-дневный пак. 30-дневный пак. 250 пальцы. Так, что еще такого интересного? Аккумуляции нету, да? Сегодня первый день лета. Всем вас поздравляю. Лето началось. Так, это у нас есть. Неинтересно. 2500. 2500, ну... 100 баксов за вот этот вот пак. Ну, они, конечно, ну, я не знаю, о чем они думают, но это реально бред. Так, альфа-самец. Это и мастер. Ну, уже лучше этот пак взять за 500. Он намного лучше, чем тот за 2500. Ну... Я не знаю, чем они думают. Это сложно понять. Такс. Окей, накоплений никаких нет. Хрусталочка сегодня. Печалька какая-то. Ничего интересного. Открыли гифты. Мэри и Лис. Ну, шансы, как обычно, вы знаете. Мы здесь миллионы тратили и не вытаскивали. Так, Creation Machine. Странно. Давайте перейдем на мой основной аккаунт здесь. Я вчера вытащил небольшой спойлер. Будет у вас сегодня куча трэша по плюшкам. Вчера вытащил. Так, Creation Machine. Вот так вот 20 пальцы получили на халяву. Блин, ну реально кайфовая тема. По 5-е 31-е, с 5-го 31-го, по 5-е 31-е. Странно, ну что-то или заглючило, или что, уже не знаю, какой день идет. Так, купон спиннер. Оу, новый купон, ребят, вот так вот. Новое купонище. Бум, смотрим. Так, смотрим, что у нас в купоне. Официальная карта, 2 штуки, круто. Prime карта, 2 штуки, 5-я. 10 косамов, ну, не знаю, прикольненький. Прикольненький купон. Реально, тема кайфовая. И смотрится довольно-таки красивенько. Так, 90 бонус. Надо сюда забежать. 6 часов еще надо будет забрать. Так, Supreme гифты. Понятно. Трата, бинго, алхимик. Сундуки. Ну, все. Ну, в общем, новый купон. Congratulations, невинный купон. Так, окей. С купоном разобрались. Поехали на немочку. Глянем, что у нас на немке интересного есть. Опять сегодня дожди целый день. Печалька. Ага, такс. 1+1. И больше ничего. Значит, в 11 должны обновиться. О, новый фонтан. Как новый фонтан? Это обычный фонтан через раз. Да, получается, да. Без всяких плюх, просто одно и то же. Ну,
Ну, хоть молотки соберу. Так, что у нас еще интересного по ивентам? Да, кроме фонтана ничего нет. Ну, понятно. Кстати, я потратил на питомцев все бабло, теперь придется нам опять все копить сначала. Теперь надо копить реально дофигище. Блин, это я квест еще не завершил. Вот это я лошара провтыкал, надо было завершить сегодня. Что у нас понедельник, сегодня надо еще не забыть пройти локацию. В общем, есть чем заниматься. Такс. И постримить хочу, короче, все как обычно, все как всегда, куча всего. Так, окей, поехали на русский сервер. Посмотрим, что на русском у нас интересного. Так, что нам русский скажет? Набор одного самоцвета. Блин, а я его забрал или нет здесь? Так, одного самоцвета мы забрали. Семидневные счастливые карты квестов, алхимика, небольшого замка, фонарики. О, наконец-то создающая машина запустилась. Первое создание. Топ 100, 100 штук, неплохо. Че по допам? Вот такое же полностью, как и на этом. Ну, я знаю. Вроде интересная тема. Не знаю. Играть можно. Ну, хотя бы создали. То есть возможность реально с 28 по 29. Длительность события с 28 по 29 мая. Уже июнь вообще-то. Ну, в общем, не могу понять, каким это образом оно появилось. Так, фонарики надо тоже забежать. А фонарики у нас будут через 10 часов аж. Там мы вчера битву гильдии проходили. Так, собери сам, интересно, какие здесь паки у нас, что поменялось на русском. Первые, вторые, третьи. Питомцев нет. Добавили десятые, это старенькие. Набор 2. Печалька. Ну, барда можно собрать дешево. Тут остальное такое себе. Выгодно прокачивать. Остальное все печальное. Так, ну, создающая машина, это реально плюс. Не пропустите. Хотя написано с 28 по 29, на английском та же самая хрень. Оно это... Непонятно, каким образом работает сейчас. Ну, в общем, я забрал. Не знаю, вчера вроде создающей не было. Может, просто не подправили правильно. Хрен его знает. Ну, в общем, все как обычно. Поэтому не пропустите. Это однозначно надо забирать. Так, ежедневный вход забрали. Ну, хоть 100 книг тоже довольно-таки неплохо. Так, что я хотел посмотреть по английскому? А, я хотел еще скины посмотреть. В общем, купон на английском, там создающая машина. И тут тоже создающая машина, хотя она 31 числом. Но, наверное, до 1 сегодня. В принципе, здесь нормальный тайминг стоит. Как-то... 31 по 31 23.00, уже первое. В общем, непонятка какая-то. Это количество раз, кто что выиграл, получается. Так. А, у нас здесь еще шансик один есть. Да. Так, Мимон Спак. Я хотел здесь лимитед посмотреть. 320. А ну зайдем сюда в скины.
Так, альфа-самца у меня только на десятку прокачано, это на 12, и этот на 11. В общем, есть смысл. Но нету больше ничего интересного параллельно. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.